теннисный стол. Угу. Интересно, для кого он, кто в нем играет этот теннисный стол? В течение 20 лет после развала СССР об огромной антенне практически никто не знал. Оно хоть и стоит глубоко в лесу, но всего в 5 километрах по прямой от самой ЧАЭС. Зона. Это результат вышедшего из-под контроля эксперимента с ноосферой. Значит, вот, покажи, где у нас мост через Сибирь. Здесь подключиться к ноосфере, чтобы... Так, мы туда пойдем. Вот там Чернобыльская зона. Пойдем в зону. Мы вначале соберем снаряжение. Произошел пробор, и энергия ноосферы уплыла в землю, внедряя все вокруг. Так, давай посмотрим аптечку. Покажи, что внутри. А что это? Это вот ну все, ладно, пойдем. Значит, наш план такой. Мы запрыгиваем на поезд, правильно? И переезжаем на ту сторону. Вот там. На поезде, правильно? Сейчас состоится шутка юмора. Молодые сталкеры не умеют собирать артефакты. Зато опытные умеют не собирать. Пошла жара! Ну, проветришься, заходи. Это место уже не занято. Вот ты стоишь, да, здесь уже непонятно. Все тут вокруг. Посмотри. Вокруг. Ничего нет. Вокруг абсолютно ничего нет. Там бомбил здесь. Бомбил вообще еще один бомбил здесь. Вот так это. Да, там страшно. Да. Да, после выброса. Блин, какая аномалия. Смотри,
Там он, слышишь? Там, бац. Смотри, как он раскурячивал, да? Раскурячивал здесь. Ой, да. Литров нужно платить 2-3 дня.